В администрации муниципального образования «Сиверский район» состоялось очередное рабочее совещание. Глава района поблагодарил руководителей поселений и коммунальные службы за своевременную работу по расчистке улиц во время снегопада. Люди звонили вчера и говорили: знаете, вот думаем, выйдем сейчас на дорогу, в станицу, там, в поселок, и будет не почищено. Выехали на дорогу, прям с дороги звонили, слушайте, мы не ожидали, что в этом году прям так все отработают и почистят. Поэтому жители выражают благодарность. Продолжается работа в рамках программы «Дегазификация Сиверского района». На 1 марта 2023 года было, значит, заключено 1345 договоров на строительство по программе «Дегазификация». Значит, на сегодняшний день реализовано 1236 объектов, что составляет 92% от заявок. Значит, ну, соответственно, до 1 марта мы выполним взятые на себя обязательства. Обсудили реализацию государственной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году в Афипском, Ильском и Сиверском поселениях. В Сиверском районе благодаря проекту уже благоустроены 7 общественных территорий. Это скверы и парки в станицах Сиверской, Азовской, Смоленской, Григорьевской, а также в поселке Афипском и селе Львовском. Объекты для благоустройства выбирали сами жители в ходе голосования.